Доброго времени суток, друзья! С вами Фанатик, это у нас игра War Tales, и продолжаем прохождение. После того, как я исследовал здесь артесасскую какую-то вот эту гробницу, артесская, позвали ее, конечно, капец. Вот, напали на меня стражники и чуть не отпинали. Все, конечно, мои медведи сильно помогли. Их теперь лечить. Все там на крополях были. Большинство бойцов и, в общем-то, животных были на краю смерти. Воля только выручала. Этого медведя тоже. Подлечить свиноматку. Подлечить. Так, ладно. О! Лучник прокачался. Это хорошо. Что-то у него совсем движения мало. Надо добавить. Чтобы десяточка хотя бы была. Уязвимость после двух атак. Вот этот град-атак редко используется. Возможно, стоит на охотника поменять. Отбрасывание, замедление. И стоит одну доблесть. Здесь град-атак, когда стали уже бойцы мощные, не очень подходит. Там, по идее, можно будет изменить. Танку надо брони поднакинуть. Сырья, скорее всего, мне не хватит, чтобы отремонтировать. О, все, уже нету. Да. Ладно, надо отсюда уходить. Возвращаться в таком случае в город и там купить того и вот этого. Но самое главное, сырье мне нужно и прям затариться. Разместить. Разместить. Давай вот так, да? Пускаемся. Куда это вообще дорога ведет, надо глянуть на самом деле. Главное, на стражников не нарываться. После... Все? Конец? Туда нельзя идти? Интересно. Край карты получается. Ладно. Хорошо. Что тут? Возможно, эта часть откроется, когда сюжеточка выполнится. Здесь чего-нибудь? Не пойму. Видимо, нельзя здесь ничего полутать. Очень жалко. Либо я здесь уже проходил. А, да, я здесь проходил. Это вот. Виноградники были. Где сожрали зомбаки всех. Ну, мне сейчас нужно будет вернуться в Кортию. Разведать карту немножко. Медведи, конечно, едят до хрена. А надо будет... О, там что? Кто это? Кабаны. Давайте. Кабанчиков на мясо пустим. Это надо. Выкормить мой отряд. Посольки бы еще где-нибудь. Сколько их? 7 штук. Кабан, 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 кабан. 4 уровня. Ну, это вообще не проблема. А где еще? А, вот. Свиноматка одна. Медведи. Лучники. Команда взять. Ну, нормально. У этого я не полечил. Урон снижается вдвое. Берсерка. У берсерка, который нацелен на урон, в общем-то. Ладно, давай так. Давай вот так. Давай вот так. Давай как-то так. Вообще никого не полечил, ни хрена. Какой я молодец, оказывается. Никого не исцелил. Давай медведя слабенького сюда, а мощного оставлю здесь. Тут кабана.
Ну и как-то вот так. Какой кабан первый ходит? Вот этот кабан первый ходит. Туда я могу пробежать. Вот же засада. И доблести у меня сейчас нету вообще. Да, дела. Ладно. Захожу сюда. Атакую. Получаю доблесть. И чик, чик, чик. Прекрасно. Дальше ты. Сейчас я посмотреть не могу. Давай, наверное, вот так. Спину ему на. Хорош. Воодушевление сразу. Вот это я понимаю. Вот это тема. Давай, занимаю позицию здесь. Пуск. Дальше свиноматка будет и там. Ну, с тем не проблема разобраться. Тут атакую медведем. Сразу свиноматку. Под воодушевлением-то втащит он и на. 39. Хорошо. И теперь винтусом просто добиваю. Вот сюда давай. Опуск. Хорошо. Следующий кабан это вот этот вот. Мишка. Ну-ка, разберись с ним. Это смерть под воодушевлением. Этому кабану устроим. Сразу бегут. Не-не-не-не-не. Отпускать мы никого не будем. Нам нужно получить с них максимальное количество мяса и тушек. Только кабан. А кто там дальше ходит? Вот этот кабан. Вот этот кабан. Сейчас мы тогда. Так вот. Не. Почти, но не совсем. Бонус от сражения в лесу. Медведи могучие. Я бегу сюда, добиваю вот этого кабана. Получаю доблесть. Давай, атакуй. А-а-а! Он не рядом. И вот этот кабан следующий будет. Разобраться. С ним разобраться. Тут урон будет побольше. Ладно. Давай ты. Он ни с кем не сражается, поэтому развернется. Ножик тебе в лицо. На. К сожалению, не критическая атака. Дальше отравление. Хоп. И нужно добить его. Оп. 62, офигеть. И назад. Здесь разобрались. Дальше еще парочка кабанов осталось. Давай ты. Заходишь сюда. Не! Хорошо. Добиваю. Есть такое дело. Ты копейщик. Становлюсь союзным медведем. Получаю баф. И, блин, конечно, копейщики фигача, дай боже. И свининки, неплохо. Ну и шкурки, которых мне тоже не хватало. Продолжить. Стоп, тогда мне нужно хотя бы полечить их. У многих раны надо исцелить. Все. Всех теперь вылечил, да. И раненых больше нет. Хорошо. А также уже пора в лагерь. Зайдем в лес. Там грибочков еще можно будет подолтнуть. Здесь нормально заряжено уже все. Этот тюрюрюм-бурюрюм.
А где мой ученый? Выгнать ученого. Давай сюда. Мы получили целую кучу артефактов всяких полезных. Здесь. Лекторий можно и палатку улучшить. Сейчас давай-ка лекторий. Больше знаний получать. А, и на палатку хватает? Фига себе. Давай тогда и палатку лучше сразу. Опа. Хорош. Еще больше доблести. Вот это круто. Чего-нибудь приготовить не смогу. Мне нужно капусты, соль. Много продуктов затаривать. Пивандрас. Все здесь. Сокровища древних. Давай сокровища древних. Управление кодексом. Этот кодекс поврежден. Можно использовать лекторий, чтобы восстановить его. Здесь надо расшифровывать. Давай вот этот. Расшифровка. Вы успешно расшифровали. Вы сможете понять, что... Новая руна, да? Допустим. Или я могу расшифровать только некоторые. Плюс еще реставрация. О как. Ну давай реставрацию. Нужно разместить до 3 рун. Давай сзаду. Реставрация. Нет. Так, так, так. Ага. Так, так, так. Да. Вот так, вот так, вот так. Вот так, вот так, вот так. Ага. Вот так. Вот так, вот так. Я чуть не понимаю. Где было две? Вот эта руна, вот эта и вот эта. Получается вот так и как-нибудь вот так. Нет? Ладно, давай так. Потом вот так. Потом вот так. И вот как могу получиться одна, если тут минимум две правильные? Чё за дичь? Какая-то подстава. Так, так и вот так. Значит, вот так. Вторая, например, вот это. Потом вот это. Ой, не понимаю я прикола этого. Две из трех. Две из трех. Может, мне просто рун не хватает, чтобы расшифровать. Ну, давай. Вот так. Потом. Вот так и вот так. Нет.
Это жестко. Вот так. И вот так. Очень непонятно. Да он уже занимается, правильно же? Еще можно попутно кодекс. Тут не хватает рун. Ладно, не буду тратить время на это. Потом поклацаю, подумаю, как тут лучше определиться. Дополнительное знание, но одно знание мне никак не поможет. Давай здесь читатель. Не до конца я понимаю, как это работает пока что. Так, нужно это. Потом весь хлеб. Дальше. Молчатинку точно нет. Заплатить, само собой. Разжечь костер. Дать винишко. Это будет 6. По идее, ну так нормально. Да, прекрасно, даже еще в плюс. Немножко можно будет отремонтировать. Давай вот это вот. Да. И сворачиваю лагерь. Подожди, мне надо подремонтировать. Вот этому немножко брони. Этому немножко брони. Все. Больше сырья нету. Благо, двадцатку брони восстанавливает. Грибочки. Пец народа. Там дикая охота. Я возьму. Еще что-то интересное. Ага. А что это такое? Легион. Посмотрим. Ничего себе. Лошадки. Можно завербовать у них тут. Пони, пони, пони. Ну, кстати, недорого пони обходится. За 270 всего лишь монет. Сильно увеличит вместимость. Мне пока что хватает, но на будущее вообще как бы надо искать себе лошадь. Изучить. Урон повышается на 10%, пока рядом есть союзник. Бездельник. Нет. Сразу нет. Проворство какая-то, не надо мне лошадок. То есть они распродают кляч. Как спутники они прекрасные, но для боя староваты. Иначе из них получится вкуснейший суп. Какие они. Поэтому так дешево отдают. Церковь попросила генерала оставить судьбу этих земель на волю войны. Но конфликт затянулся. Из-за этого так называемого избранного ситуация сильно накалилась. А Лохард — пьяница, который никогда его не одолеет. Если ситуация ухудшится, нам придется вмешаться. Генерал не хочет, чтобы напрямую вмешивались, но нельзя, чтобы эта война распространилась на другие графства Эдорана.
В Артессе собираются все больше и больше дезертирских банд. Они во всем королевстве могут дров наломать. Нам нельзя нападать на дезертиров, пока они ведут себя чинно. Вот только пользоваться услугами наемников нам тоже никто не запрещал. Что скажете? Разберетесь с ними? Конечно, само собой разберемся. Не проблема. Да, ну коней дешево отдают. Как боевые кони они не тянут, да? Бездельник. Сколько она ест? Питание 6, ну, кстати, не так и много. Ловкая. Но кушает фрукты. Ладно, не буду я пока брать. Посмотрим, сколько стоят другие лошади. Еще что-то. Подожди. Производитель. Не торгуют они вообще ничем. И куда же... А, тут прям рядышком есть. Давайте тогда... Пойдем разберемся. Разобраться с дезертирами. А кто из них дезертир? Не понял я прикола. Подожди. Я совсем не понимаю, что мне нужно здесь делать. Задачи. Поймайте преступника, верните его. Это не то графство. Вредительство. Проверьте колодец. Найдите и убейте чумных. Дезертиры. Победите две группы дезертиров из числа, отмеченных на карте. Ну так, кто из них дезертир-то? Или не все, в принципе, дезертиры просто сражаются между собой? А. Блин, у меня проблема в том, что брони маловато. Надо сначала в Кортиус бегать, затариться, остановиться, а потом уже любых отпинать, которые там рядышком будут. Но так будет лучше. Поэтому... Давай-ка сюда. Я уже с одними сражался, но смысла от этого вообще никакого не было, пока я не взял квестик. Ну а теперь можно будет отпинать. Это что такое? Овчарня семьи. Ну давай зайдем, посмотрим. Вот с этими бы еще пообщаться. Это лекарства от чумы продают. Давай парочку у тебя возьму. Что у нас здесь? Заперто. Ключа у меня нету сейчас. Ну да и весенки тогда нарубим хотя бы. Тюк. Тюк. Ревнышки всегда пригодятся. О, супер, лесоруб прокачался. Все забираю. Нужен специальный ключ. Очки.
больше ни хрена. Ладно. Стража. И не только стража. Идите нафиг. Бандюки, отвалите. Давай сейчас совсем. Мне нужно в кордию попасть. Аббатство. Святой Элеонор. Наловим маленько рыбёх. Надо же кормить наш отряд. Карп один всего лишь. Как-то слабо. Откровенно слабо. Карп конопля. Последняя рыбка. Рыбёхи, кстати, не появляются. Всё, теперь позволяет изготавливать отличные рыбацкие крюки. Прекрасно. Заскочим в аббатство. Тут рассказывают. Изучить. Я не хочу умирать. Еще рано. Ах, больно. А чего они умирают-то? Нужно тут скоммуниздить. Оп. Блин, почти. Это здесь. Оп. Так, и... Блин, не пойму. Вот тут? Вот. Хорошо, нифига себе знания. Плюс один. Это на продажу. И шина. После сна владелец вероятностью 20% излечивается от ранения. Блин, а ресурсов надо дофига. Ткани 5, древесины 4, веревки 3. По-моему, проще лекарства сделать или купить. Какая-то фигня. Полнейшая. Там вероятность 100%, а тут 20% шина и по ресурсам. Ого-го. Таранские хроники. Так, где чертеж? Чертеж? Чертеж, чертеж, чертеж. Не вижу чертежа. А вот. Давай, пусть будет шина. Не уверен, что буду ей пользоваться. Это что? Вы здесь, чтобы молиться за жизнь солдат и победу лорда Верналия? А стоило бы. Лорд Верналий — благочестивый человек. Йор явился ему во сне и возвестил его единственным истинным правителем этих земель. Мой священный долг аббата — помогать ему. Именно поэтому я забочусь о его раненых солдатах. Но мне так хотелось бы быть более полезным. Может, я могу поручить вам несколько дел? Недаром, конечно. Не хотели бы вы помешать узурпатору Лахерту собирать подати? Это облегчит ношу фермеров, а я, наконец, смогу дать раненым нормальной еды. Узурпатор Лахерт. Не знаю, давай возьму. И он с нами отправляется. О как. И куда это мне нужно идти?
чтобы дать бой узурпатору. А вот. Вот сюда. Отец народа. Ну подожди, сначала надо в Кортию сходить. Восстановиться. Как минимум, битва там, скорее всего, предстоит нешуточная. Поэтому у кузнеца нужно скупить полностью все вот эти вот штучки. Давай-ка, дядь. Общаемся. О, торговать хочу с тобой. Вот, мне нужно сырье. 19, да. Починить. Экипировку. Починить инвентарь. Ну, кстати, недорого он отремонтировал всю экипировку. Еще. Продам-ка я ему. Табарды разбойника. Инквизиции. Доспехи капрала. Это фигня. Это мне не надо. Насобирал я тут целую кучу всякого барахла. Очки, мочки, кубки. Этот еще не нужно вам. Медальоны. Ну, пока что оставлю медальон. Бомба, метательные ножи. Пилы фермера точно не надо. Один щит по-любому скидываю. Сколько у меня лекарства? Лекарства 15. Лекарства надо бы подкупить. Давай в аптеку тогда. Что я могу приготовить? Посмотрим. Девушка богатырская. Пока что не буду. Давай 14 лекарства сготовить. Вот тут еще. Возвраты. Хорошо. Еще разок тогда. Так. Вот эту вот сталь. Готовить. Рубины даже получаю. Чистые экстракты тоже изготовить. Прекрасно. Нормально так похимичили. А каких-нибудь интересных прям таких рецептов нету? Пронзающее масло не особо нужно. Все остальное тоже не то чтобы прям интересно. Как-то так. Хорошо. Тут торговый пост. Сколько мне обойдется? 1000. Хрена себе у вас. Расценки. Я пока что не готов столько отвалить. А дальше в трактир. Забираю награду. Что тут еще предложите? Рассадник крыс. Уничтожить отряд. Как говорится, прекрасно. Берем. Разгромить логово бандосов. Договориться, тоже берем. И сразиться с Харагой. Ну, в принципе, можно взять. Тут по-любому надо договариваться. Больше заплатили. 580. Пойдет. У меня, в принципе, влияния достаточно. Я могу договориться, чтобы получить больше деньжаток. Все. У нас информатор. Да нет, не буду пока что. Пока что не буду. Заданий набрал. Ты кто? Кулачный боец. Копейщик. Я бы на самом деле взял еще одного копейщика. Урон повышается на 10%, пока рядом есть союзник. Блин, фига себе.
И воля повышается. А хороший дядька-то. Ляха-муха. Сколько ты обойдешься? 330 монет. Давай. Хочу копейщика второго. С радостью встречает нового бойца. Где у меня копейщик? И копейщик. Так вот. Теперь надо его прокачать. Каждый раз, когда этот... Нет. Каждый раз, когда боец завершает ход рядом с союзником и не вовлекается в бой. Да, вот это вот. Дальше силушка, да. Движение по-любому. Критический удар пригодится. Более один раз. Давай. И опять сила. Слушайте, нормально. Все прокачки хорошие. И что взять? Гарпуника, наверное, надо взять. Бросает копье и, соответственно, вызывает кровотечение. Лошадь у меня уже есть. Стенокопий. Не самое интересное. Давай гарпуника. Дальше тут. Дисбаланс дальнобойные атаки вызывают каждый раз, когда враг в ближнем бою атакует соседнего союзника, наносит 8 урона. Ну, 8 урона не то чтобы много. Давай лучше жестокость. Становишься союзником и фигач на 30% сильнее. Вот так вот. Будет мощно. Будет мощно, будет хорошо. Сразу тебе. Подожди, он может средние доспехи же носить. Да у нас что за доспехи? Тяжелые. Ну как-то так. Тарбарды я все продал, я не собирался, конечно, никого нанимать. Все здесь. Пукты, да. Бренди. А мне не нужно пивасик бы подкупить. Пам-п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 ам
Эфир дали. Нифига себе. Насыпали мне всякого. Вот это забирай, это забирай, это забирай. Там мне все не нужно. Ну, копейщик прям хороший. Изначально, если рядом с союзником, урон на 10% повышается. А с жестокостью на все 40%. Это ж прям ни хрена себе. Неимоверно мощно. Хватило. Химия, алхимия. Вот это я там накрафтил. Тайная мудрость. Все, теперь мне нужно еще попасть на рынок. Где рынок? Вот рынок. Кидок никаких нету. Надо соли побольше. Пить. Это что? Оливки. Фасолька. Фасольку покупаю всю. Соль покупаю всю. Пшеницу покупаю всю. Оливки. Оливки вроде бы ни в каких рецептах у меня не используются. Здесь тоже давай еще 20-ку соли. Молоко, свинина. Ну, свинина я и так моллюски. Хорошо.
Ни хрена себе, кинжал тактика. Подожди-ка, подожди. Ну-ка. Разбойники мои. О чем? Отравление, но ловкость 6. А кинжал тактика, блин, ловкость 22. Идти топьеха. Атака, причиняющая 100% очков навыка параметра силы или ловкости. Если бывает оружие, приносящее удачу, то это оно. Если цель сражается с союзником, тот совершает атаку по возможности. Именно союзник совершает атаку. Блин, мощно. Офигеть. Тактику дать... Кинжал тактика, ну давай. А, я не могу его пока что одеть, подожди. А второй разбойник у меня 6 уровня, давай тогда тебе кинжал тактика. Тебе пока что вот этот кинжал. Гуляющим маслом. Ну, как-то вот так. Тут, кстати... Уже надо подлечить. Более-менее восстановились. Выйти отсюда. Маги. Кони с капустой. Пару штучек приготовить. И свиные похлебки приготовить. Свининки больше не хватает. Капустки не хватает. Каша. Тут пива не хватает только лишь. Все, в общем, вопросы порешали, теперь можно двигаться вон туда. Так, ну-ка, давайте пообщаемся, чего вы тут продаете. Такие химические, алхимические бомбасы, это нам не надо. Правильно же, вообще не туда иду. Еще и стражники идут. Мне нужно через мост возвращаться сюда. Тут, кстати, еще порыбачить нужно, давай. Блин, да чё вы так быстро утомились? Айо. Шанс найти приколдес. Давай вот так. Новичок, чем бы тебя занять? Таким интересным. Кстати, ему ученость, наверное, нет. Вора дать тоже, наверное, нет. Умельца. Ну, второй я не смогу поставить, чтобы вот туда умельца зарядить. Блин. Какую же тебе профессию дать? Ставить шахтером. Да пусть будет шахтером, ладно. Сжечь. Финишка. Кунька. Давай засахаренные фрукты, чтобы на плюс 2 еще дополнительно. Еда плюс 3. Там еще пяток, это уже 8. И подкинуть.
отдохнуть. Бдительность открывает рампу с черту. Круто. Давай остатки. Может, стоит поговорить с ним и дать почувствовать себя частью команды, а то он новому беспокоится за счет нового бойца. Найдет ли он здесь место? Получает 182 для... Ага. Получает отношения с близкими спутниками. Давай вот так. Отношения с близкими спутниками. Тебя... Сюда надо назначить. Тебя тоже туда же назначить палатку. Стоит, бездельничает. И у меня, кстати, знаний этой штучки теперь есть. В ремесленнике. Мастерская, чтобы разбирать всякое... Всякое разное... Палатка уже максимум, коновязь максимум, котелочек, только для стушки, лекторий. Нет, лекторий больше улучшать не буду. Потратить знания. Проапгрейдить мастерскую до второго, а третья, может быть, будет производить больше. Ну, давай выучить, посмотрим. Я не помню просто. Еще раз зайти в справочник. Так, палатка, мастерская. Нету третьей. Паршиво тогда. Знания-то потрачены. Масло производит. Вот здесь есть. Мастерской больше я не вижу. Это что? Рецепты новые требуются. Ну давай, ладно, стойку. Потрачу знания. Нет, надо сначала, блин, ее улучшить, чтобы открыть третью. Ладно, шкурок не хватает. Вот это можно сразу стойку апнуть будет. Веревок сделаем. Стойку улучшаю. Ну, а на мастерскую не хватает кожи и не хватает древесины. Хорошо. Так, теперь-то я могу. По крайней мере, посмотреть. Да. Могу посмотреть. И при сушке рыбы также производится масло, а при сушке мяса также производится животный жир. Считаются ли вот эти тушки мясом? Если считаются, то дополнительный животный жир — это неплохо. Ладно, давайте изучаю. Уже что-то не хватает, ладно. Хватает, так не хватает. Все, сворачиваемся. Ой, тут уже, блин, стражников. Немерено просто. Два патруля валим. Парни, валим. Пошлось. Вот это мы наотдыхались. Также в этих, в развалинах. Пошастали, пошастали, а там, блин, два патруля. Рядом идет. Я тут где-то рядышком я уже нахожусь. Будет мощная битва.
вот сюда. На деревню Бэтью нужно заскочить. Кто вы? Можно уйти, можно напасть. Правильно понимаю, да? Мы туда, куда надо, пришли. Ладно, нападаю тогда. Напасть. Легионер. Армия лорда Лахерта. Два сапера, ё-моё. Ну, их не так много. Могло бы быть сильно больше. За счет количества мы битву по-любому выиграем. Посмотрим. Замедление дают. Дуэлист. Этот усиленный какой-то. Кровотечение вызывает. Вот этот максимально неприятный товарищ. И он еще будет вырываться. Да, будет вырываться. И остальные. Легионер. И тактик никаких нету у них. Та! Сапер. Это которые... призыв к атаке. Слабовато. Два сапера. Но этих обезвредим. Легионер. Хорошо, легионера я поддержу медведем. Где тут лучник мой? Лучник. Не этот. Наверное, вот так. Мне нужен какой-то шустрый товарищ. Даже шустрый товарищ нужен. Например, ты. Вот отсюда. Добежишь ты? Хрена. Ближе тогда. Этот. Сколько далеко? Ну, достаточно далеко он бросает свое копье. Вот он, лучник. Давай тогда вот так. Нет, все-таки медведя вот этого вот сюда. Меня беспокоит вот этот дуэлянт. Тут просто замедление дают, кровотоки не дают. Нужно разобраться сначала с этим. Этот достаточно боец. Должен добегать. Ни хрена не добегает. Ладно. Приступим, пожалуй. Этот очень скоро ходит. Можно... берсеркером его взять под контроль, по сути, запросто. Давай. Так. Ослабление. Потом чик, 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 чик. И еще разок. Вот так. Все. Прекрасно. По сути, я могу ему не дать уже походить. Запросто. Хожу со спины, делаю так, пам, пам, блин, придется. Нет, достаточно, третья атака была. Сразу воодушевление пошло, вот это я понимаю. Вот это хорошо. Удары по артериям, бам, бам. Супер. Сапер. Бегом тогда. Сюда. Чик. И чик. Уже бегут с поля боя. Ну ладно. Раз вы отступаете, я вас отпускаю. Нет смысла с ними особо затягивать бой. Призыв к атаке. Прицеливание. Вот и все. Это было быстро.
Наемники, у меня плохие новости. Повозки сборщика податей не видать. Кажется, вы прибили лишь патруль. Ага. Не будем жить прошлыми мелкими ошибками. Эти люди, да простят меня свет за подобные слова, заслужили смерти. Не беспокойтесь за свои души. Убийство еретиков не грех. У меня есть другая мысль. Сборщики податей всегда переходят небольшой мост неподалеку. Можем устроить там на них засаду. Так, и где? Это? Нет. Ага. Понял. То есть надо вернуться назад. Так. И устроить засаду здесь. Два патруля идет. Пока мы будем устраивать засаду, патрули устроят засаду для нас. А, вы быстрые. Дайте-ка я переведу дух. Итак, мы здесь, потому что... Ах да, засада. Мы уничтожим мост, каравану придется остановиться. И в этот раз вам удастся напасть без каких-либо помех. Можете рушить опоры. Я помолюсь Йору, чтобы он даровал вам сил. Хорошо, уничтожить. Не. Не. Идеально. Даже древесина добыта. Ты здесь. Лесоруб не подходит, именно шахтер нужен. Давай. Прекрасная работа, наемники. А теперь встаньте перед мостом. Они вот-вот окажутся здесь. Готовы ли вы сражаться? И я чувствую, как око взирает на нас. Допустим. Там караван и сразу же охрана. Ну. Давай. Почему мост обрушился? Кто вы? Где наш патруль? А нет уже патруля, все. А вот теперь будет серьезная битва. Этих 9 бойцов. Дуэлясты эти. У них брони, по крайней мере, мало. Лидерский оппортунизм. Атаки бойца также наносят 5% урона параметру здоровья. Фига себе. А тактика у них. Когда боец заканчивает ход рядом с союзником, ему дается отражение. Угу. Саперы. Два сапера, три сапера. Да и все, что ли? Тогда, в общем-то, не страшно. До этих, правда, надо как-то добраться. Насколько-то далеко? Нормально бегает. Прекрасно, мне это подходит. Медведи сюда, в таком случае. Этого парня сюда. Танк. Танка сюда. Кабана сюда. Второго кабана сюда. Этого
Лучник с командой взять. Лучник, лучник. А где мой медведь? Там мощный самый. Вот он, медведь самый мощный. Теперь сюда. Вот так, вот так. Ну, много куда можно добраться. Все хорошо. Ну и понеслась. Ага, медведь не добегает. Придется природный бегун активировать. Для того, что грязь. Пусть потратить доблесть. На тебе, оплеуху. Этот товарищ под контролем. Дальше будет ходить еще один лучник. И еще сразу все лучники ходят. Интересно получается. Тут не добегаю. Давай тогда ты сюда. Вступаю в бой. Доблесть. Приходит. И... Да нет, буйства не буду я. Доблесть пригодится на использование более полезных навыков. А ну, отцепись, камера. Ну, все. Отцепилась. Дальше еще одного. Свиноматка не добегает. Крококабан не добегает. Получается, что никто не добегает, что ли? Вот это не очень мне нравится. Придется прирожденного бегуна активировать. Принася капкан, 69 урона. Ну, это не проблема. В общем-то. Легионера законтролить. Я так понимаю, главное это вот этот вот товарищ. Больше ни у кого. Или ты, в общем-то. Это просто закаленный. Вот это именно лидер. Все тогда, Мишка. Мишка не добегает опять ни хрена. Прирожденный бегун. А вот теперь-то я добегу. Давай, наверное, еще хрупкость пусть будет. Раздамажить его. Получай. Хорошо. Дуэляст будет ходить. Дальше. Немножко не достаю. Давай подхожу тогда поближе. Команда взять. На! Все получают воодушевление. Хорошо. Давай сюда. Вот этому оплеуху. Бам. Пойдет. Не добегаю нифига. Ну, давай вот так. Связывающий удар. Бам. Оборонительная стойка еще. Хорошо, теперь захожу с этой стороны. Дальше ты иди сюда.
готово. Но кровоток он все-таки вызвал. Вот этой атакой. Дальше Кабаниус. Немножко поближе вот так. Рум. Он вовлечен в бой. Дальше. Захожу со спины. Бросок ножа. Пяты. Окружение и критический удар. Опа! Хорошо. Вот этот легионер будет скоро ходить. Ну, пусть ходит. В общем-то, плевать на него. В общем-то, на него как-то пофиг. Костечек. Сначала давай ты. Хоп. Теперь можно зайти со спины, его раздамажить максимально. Да, давай так и поступлю. Приказ к атаке. На! На! Это было жестко. Опа. Медведя оттолкнуло, это чудо. Нифига себе. Как он умеет, как он могёт. Хорошо. Давай-ка иди сюда. Плеуху вот этому. Копейщик не добегает, понятно. Это тоже ни хрена не добегает. Подходим в любом случае. Да. И к союзникам, чтобы мотивацию получить дополнительную. Всем раздает. Это жестко. Как же это жестко. Давай копейщиком его раздамажу. Всё. Все, бегут с поля боя, отпускаю. Нет смысла их добивать. Ценная стёганка 5 уровня. Ее можно будет улучшить. Оборона и броня плюс 30. Стёганка средняя, как раз я знаю, кому она пойдет. И командирский какой-то. Масть легиона. Все атаки накладывают эффект кровотечения. Слушайте, нифига себе. Мощная экипировка. Стражники почему-то на меня теперь не кидаются. А нет, нормально кидаются. Я думаю, странно, я вроде бы в розыске, но никто не нападает. Так. Ладно. Давай по типу сортировка. Сразу нацеплю вот этому товарищу. Вот это.
Печать. А, да, пока не буду. Пока не буду это тратить. И средний шлем. Сразу два навыка. И воля, и урон от атак по возможности. Может тебе дать? Давай-ка лучше тебе, берсерк. Такую шапку. А вот этому товарищу вот такую шапку. То же самое. По сути, нет. Шлем лейтенанта. Не понял я. Что не поменялось? Менялось, все нормально. Так, одевай. Все хорошо. Не очень, конечно, экипировка, но лучше, чем у него была. Хотя бы так. О, теперь нужно попасть мне все-таки к этому аббату. Подождать, пока пройдут стражники. И с ним пообщаться. А они никуда не могут пройти, потому что мост сломан. А ну-ка, что в деревне Баэти я могу сделать сейчас? Патрульных-то теперь здесь нету. Ну, можно деревяхи нарубить. Нормально, давай. Оп, оп. Оп. Дерево... Блин. Промазал. Дерево нам надо. То есть древесина всего лишь получилась. Ты что расскажешь? Вы одолели весь патруль? Вы потрясающе! Здорово, солдата у Херта помяли. Не на того напали, а? Возьмите. Мне достаточно знать, что они не наложили на это свое загребущие лапы. Финишка подкинули нам. Больно. Кстати, вот там можно с дезертирами сразу разобраться. Ну, раз мы уже... С отрядами Лахерта разбираемся. Тогда нужно будет помогать другой стороне. Давай на шаткий мост. О. Слава святой Элеонор. Слава проводнику нашему Йору. Слава великому Оку. Мы справились, наемники. Сие прекрасно благословенный день. А Херт больше не посмеет заявляться в эти края. Я распущу слухи, что караван был сокрушен гневом Ока, воистину. Их солдаты будут дрожать от страха. Я сделаю это по возвращении. И я не хочу наживаться на вашем рвении, но не могли бы вы любезно припроводить меня в аббатство святой Элеонор? Я дам вам заслуженную награду сразу же по прибытии. Забрать еду. Ну давайте сопроводим. Последний рывок, друзья мои. Поблизости могут быть еще солдаты. Хорошо. Последний так последний. Мы обойдем по другому мосту. Не понял. Где мост? Хоть черт они все сюда идут, стражники. Ой-ой-ой-ой-ой! Вот это же. Но они, конечно, нашли время, когда утомиться. Полная задница. Полнейшая просто задница. Сейчас нападут на нас. Придется кучу платить всего. Либо опять биться. Хотелось бы, конечно. Так, ты возвращайся. Расшифровывай вот здесь вот.
Блин, и что же? Ну, ладно. Опасность 80%. Но это очевидно. Это было очевидно. Давай. Вот так. Давай на критический урон. Давай. Вот это вот тоже. Против животных это не нужно. Что еще? Подожди, хлебушка надо приготовить, кстати. Десяточку. Я же муки не просто так покупал. Вот. Давай хлебушку подкину. Пару батонов. Где хлебушка? Вот хлебушка. Раз. Два. Отдыхаем. Ну и да, на нас нападают, блин, стражники. 960, 850, кого-то обвинить. Блин, ну сражаться я с ними не хочу. Придется кого-то отправить в тюрьму, потом выкупать. Обвинить. Лучника, что ли, забрали? Тюренскую тюрьму отправили. Ни хрена себе. Черти куда в тюрьму отправили? Единственная тюрьма во всех графствах, что ли? Ладно. Хорошо. Четыре солонины. Двух останков. Потихонечку производим. Улучшить я ничего сейчас не могу. Веревочки нет, не хватает мне немножко, не хватает мне чуть-чуть. Ну да, одного лучника отправили. Будет за ним сходить. Забрать. Это не вариант сейчас было сражаться. Подозрение, по крайней мере, с нас спало, наконец-таки. Теперь нужно отвезти этого товарища в аббатство. Вот, а потом возвращаться сюда, взять каких-нибудь товаров в корте и отвезти в Штормкап. Заодно там прикупить кое-чего. Бежали. Утомились они, блин. Тоже мне. Ну, мы устали. Ё-моё. Два патруля следом идет. Мы устали. Чё страшного? Устали, устали. Бегите, если жизнь дорога. Нет, устали. Надо отдохнуть. Ладно. Здесь там сильные отношения между спутниками не испортились. А это было увлекательно. Ощущение, будто веду в бой целую армию. Прошу, примите эту заслуженную награду и мое благословение. Хорошо. Целых 100 крон заплатил. Мне за обычные задания по 4 сотни платят. И ты мне целых 100 крон отвалил. За такие-то неприятности. И немножко влияние. Чё толку у меня с этого влияния? Ладно, сюжеточка есть. Оп, стоп, а там рыбка. Там рыбка, 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 рыбка. На рыбку надо поймать. Ну, чего ты? Ну? Вот, неужели? Порыбачим маленько. Надо где-то червячков попасть пачку. В крысином логове. О, карпы нормально. По-любому есть. Надо еще соли затарить. И все-таки прикупить одного пони. Опять же, рабочего. Хотя можно и боевого на самом деле.
Одного сделать боевого, скрафтить ему броню. Одеть, обуть. Подковки ему поставить, чтобы скорость передвижения повысить. Там, скорее всего, либо броня, либо подковы. Так, трактир. Ну-ка. Побордить еще нельзя. Жалко. Ну, лохмотья тогда забирай. Сортировка по типу. А надо в кузню еще заскочить. Это продать. Это продать. Тоже продать. Слабенькая экипировка. Как-то так. Ладно, раз здесь ничего, на рынок. Лимончики, фасолька, фасольку давай. 10 фасольки, перу. 20 соли, перу. Дальше. Так, это с призраками там что-то. Специи, самоцветы, давай. Курки. Вот, что-то я немножко переборщил. Слегка. Ё-моё. Ладно, я знаю, что можно продать, что дает много веса. Это не проблема, в общем. Теперь здесь. Ковать. Я хочу. Не сковать как-то. И, ну, по-любому здесь. Я хотел бы улучшить. Подожди, 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 подожди. Надо, наверное, сначала снять, чтобы ее улучшить. По-любому ее можно улучшить. Круглые щиты. Да, кожи не хватает. Нет, это не то. Это не то, как ее? Никак. Улучшить нельзя, еще пока что недостаточно. Прокачанный у меня кузнец получается. Ладно. Давай вот это одеваю и подкинуть сюда. До шестого, блин. Ее бы улучшить все-таки до шестого. Видимо, я улучшить не могу, потому что он не сможет одеть. Правильно понимаю, тут страж. Алик. Ну-ка. Шифт убрать свои. Ладно. Как бы с ним. Тебе не появилось тут? Нет, не появилось, и я тебе скину еще тушек. Прям побольше. Так. Ну, все тогда уже. Одна мне не нужна. Ремонтируюсь. Все. Теперь можно будет выдвигаться. Ходит молва, что некоторые торговцы решили сами восстановить шаткий мост. Фига себе. Мощно.
Ну и на этом, друзья, давайте пока что остановимся. Всем спасибо за просмотры, лайки и комментарии. Счастья, здоровья, удачи и до новых скорых встреч. Пока-пока.